Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Lenovo Legion Phone Dual. И сейчас я покажу вам, как вручную настроить дату и время на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки. Далее идем вниз, выбираем основные настройки, выбираем дату и время и убираем использовать часовой пояс. О, нет, не то. Использовать время сети. И теперь мы можем настроить нашу дату, поставить ее вручную настроить, то есть. И также мы можем настроить время вручную. А здесь ночь, утра можем выбрать и все такое. И также можем включить 24-часовой формат, чтобы было удобнее, например. И, в принципе, на этом все. Если вы не хотите настраивать вручную, конечно, вы можете включить автоматическую настройку. И на этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.